В этом видео я покажу, как приготовить нереально вкусную печеную картошку с помощью костра. Такую картошку вы еще точно не пробовали, потому что картошка получается очень мягкая, рассыпчатая и ароматная. Картошку нужно помыть, потом мы ее заматываем в фольгу. Плотно заматываем, потому что у нас будет песок, чтобы песок не попал в картошку. Хотя, если попадет, тоже ничего страшного. Далее мы делаем углубление в песке. Небольшую ямку делаем. Выкладываем туда нашу картошку в фольге. Равномерно выкладываем, чтобы не было одной сверху другой. Вот так вот. И засыпаем все песком. Все тщательно засыпаем, чтобы не было там воздуха. Когда все это мы сделали, разжигаем огонь. То есть, объясню, сверху на этом месте, где закопана картошка, мы делаем костер. Пока горит костер, можно пойти сполоснуться, окунуться, выпить водички прохладненькой или просто позагорать на солнце. Дожидаемся, когда костер затухнет, когда останутся вот только угли. Вот он догорает у нас. Все, остались только угли. Дальше мы угли сметаем в сторонку. Руками это дело все не трогаем, потому что очень горячо, можно обжечься. И аккуратно вот так вот выкапываем нашу картошку. Делаем все аккуратно, чтобы фольгу не повредить, чтобы не насыпалось туда песка. Картошка очень горячая еще, потому что песок там очень горячий, песок держит долго тепло. Собираем всю картошку нашу в какую-нибудь тарелочку. Вот так вот красиво у нас все получается. Ждем, пока она немножко остынет, чтобы руки не пообжигать. Вытряхиваем от песка немного. Смотрим, какая она у нас получилась. Картошка, напоминаю, получается очень сочная, рассыпчатая. И просто обалденно вкусная. Такую картошку вы еще точно не пробовали. Кто попробует, тот не пожалеет. Всем приятного аппетита. Всем спасибо за внимание. Смотрите наши следующие видео. Там будет очень много полезных рецептов. Всем до свидания.